Итак, давайте перейдем к следующему выступающему. So the next performer is... У нас сейчас есть Людмила Логинова, и она является автором или создателем школы бизнеса, собственной школы. The next performer is Людмила Логинова, that she is a founder and organizer of her own business school. И мы сейчас, давайте послушаем ее, ведь для нас сотрудничество с людьми, которые готовы обучать команды, лидеров, их команды, для нас это очень важно. Let's listen to Людмила, because it's very important for us how to communicate with people and partners. Please. Пожалуйста, слово Людмиле. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, уважаемые коллеги. Good evening, my dear colleagues. Я очень благодарна Виталию за то, что в Solidar-клубе предусмотрена такая важная тема, как обучение наших партнеров. I'm very glad that in Solidar-club there is such a topic as education of our strategic partners and newcomers in business. Согласитесь, мы представляем разные проекты, разные команды, но цель у нас сводится к очень простым действиям. Мы занимаемся привлечением новых партнеров, и в зависимости от того, как мы их обучим, будут их результаты. You should agree that despite the fact that we have different projects, but the main idea is to get new partners, to recruit new people to our businesses, and the most important is to get good results. Если в старой модели сетевого маркетинга было достаточно привлечь нового человека, и система помогала удержать его в компании, то во время интернета на первое место выходит личный бренд, личная значимость человека. In previous times, as you probably know, it was very important just to get a new partner, and then the system makes all other work. But now, with the appearance of internet, it is the main significance has the brand of the person, the brand of the leader. И девизом нашего центра являются слова. Навыки важнее знаний, потому что в интернете можно найти море знаний, но в них можно утонуть, если не научиться правильно применять. And the motto of our business school is skills are more important than knowledge, because there is a lot of knowledge in internet, but skills are more important and how to use all this knowledge and in practice. Наш центр называется El Eldorado. Our center is called El Eldorado. Мы работаем всего 2 года, но за эти 2 года, благодаря уникальной технологии обучения, на нашей площадке сформировано более 60 спикеров. We have dealt about 2 years in the market, but in this time, during these 2 years, we have got about 60 leaders in the industry in this direction. Это спикеры по самым разным направлениям. Компьютерная грамотность, работа в соцсетях, создание видеоконтента. These speakers help to in different directions, in computer disciplines, in creating the web content and other many things. И самое главное, благодаря навыку спикерства мы формируем команды, которые успешно начинают продвигать свои собственные проекты. And that is the most important, that by means of speaking skills we can create new teams that can move on by themselves.
и опуская на землю всех предыдущих выступающих, я вижу сотрудничество Солидар-клуба с нашим центром в обучении очень освоение простых навыков. Making things easier, and I would like to mention that the most important is to make a partnership between business school and between Solidar Club on the level of partnership. И в подтверждение того, что человек, наш партнер, умеет эффективно работать на своем компьютере, имеет правильную настройку соцсетей, имеет правильную технологию продвижения в соцсетях, мы выдаем сертификаты. To prove that the person really has all the necessary skills in working with computer, in social networking, and in other directions, we give a certain certificate to this person. И я предлагаю, как вариант сотрудничества, разработать программу по обучению по тем вопросам, которые нужны вашим командам, но на которые у вас не хватает времени. И я думаю, следующий шаг будет в реализации такой программы. As a variant of collaboration and cooperation, I would like to propose to make a kind of education of your partners, of the partners of your teams, and to prepare them for activity in your companies and in business as a whole. Я надеюсь на наше эффективное сотрудничество с Solidar клубом и с его партнерами. I hope on the effective communication with Solidar Club and with all the partners of this organization. Большое спасибо за внимание. Да, я на связи. Давайте сейчас поблагодарим Людмилу за выступление. И хочу обратную связь дать. Действительно, уже сейчас есть у нас идеи, мы составляем планы совместные с Людмилой, что некоторые программы, самые важные программы, будем делать доступными, абсолютно бесплатными для команд, которые у нас в Solidar-клубе. First of all, I would like to thank Людмила for her performance. And I also would like to share some results of our collaboration. And we plan in our Solidar-club to make a common program for free program without payment to prepare leaders of other companies. Для контакта обращайтесь также в нашу техническую поддержку. Мы вас свяжем, если вы хотите поработать в своей команде с Людмилой. You can apply to our technical support and to get the contacts of Людмила if you plan to work together. Давайте мы сейчас еще дадим короткое слово. У нас следующие выступающие, они имеют там всего 1-2 минуты, но нам важно их послушать. Next performances will have 1 minute to introduce themselves, and now I pass microphones to them for introduction. Please, you're welcome, guys. Артур, который у нас находится в Израиле, сейчас мы дадим ему слово на минуту. Он скажет, чем он профессионально занимается и чем он может быть полезный для других участников клуба. Пожалуйста, Артур, ты заказывал слово. You are welcome to broadcast and to speak. Name what we wrote at Hub header. You're welcome. Так, меня зовут Артур, я с Израиля, мне 10 лет занимаюсь сетевым маркетингом, и я создатель сервиса Money System. Этот сервис – концентрация моих знаний за 10 лет по разным видам трафика и обучению по трафику. Значит, этот тренинг-центр не для новичков, он уже для более продвинутых людей, те, которые плюс-минус столкнулись с построением тысячных, десятитысячных и статысячных сетей.
Значит, у тренинг-центра разрабатываются свои боты персональные, и в этом тренинг-центре более 100 инструкций по трафику. То есть это единственный тренинг-центр, где создано гигантское количество инструкций по тому или иному виду трафика. То есть можно завести любой проект и в Рунет, и в американские сегменты, в Китай, и куда угодно. Вот. И этот проект будет включать до 40 разных проектов, то есть продвигать. Каждый человек, который начинает пользоваться этим сервисом, он может продвигать исключительно свой проект на свою аудиторию. То есть систему и тренинг-центр он делает, настраивает максимально под себя. Все. Okay. Если, Борис, ты слышал то, что говорил Артур, то можешь вкратце перевести. К сожалению, я ничего не слышал вообще, поэтому потом в записи мы пристегнем. Хорошо, да, он вкратце, можешь сказать два слова. Он, человек сказал, что он профессионально занимается продвижением, и у него свой собственный рекламный сервис, трафиковый сервис. As I understand, our author has told about his personal advertising service, and he has his ownership. Благодаря которому он может продвигать разные проекты на мировые рынки. By means of this service, it is possible to promote different projects, companies, services in international market. Global Star Club. Возможности безграничны.